Друзья, привет! Сейчас я покажу, как в домашних условиях самостоятельно предотвратить отложение зубного камня. Как известно, зубной камень – это отложение минералов в мягком пищевом налете, который остается на зубах после еды. И этот зубной камень способен продвигаться по корню вглубь. Поэтому наша задача – обеспечить чистоту зубов. Конечно, это можно сделать на гигиенической чистке в стоматологическом кабинете, где врач обнаружит все остатки пищевого налета, где он закрепился, приклеился и при помощи специальных инструментов все это уберет до блеска. Но все же было бы лучше, если бы вы сами в домашних условиях могли бы поддерживать свои зубки в полной чистоте. А это непростая задача, так как мягкий пищевой налет чаще не виден. Поэтому многие жалуются на то, что они по несколько раз в день чистят зубы, но это никак им не помогает. Но хорошего результата добиться можно. И сейчас я вам покажу как. Для этого в интернете закажите индикатор зубного налета. Он поможет вам обнаружить абсолютно все ранее невидимые места. После этого щеткой, ирригатором и нитью вы сможете прочистить все эти злачные места и добиться желаемого результата.